В начале своей речи казахстанский лидер дал высокую оценку концепции России по созданию неделимой безопасности в Евразии, заявив, что Казахстан готов работать с БРИКС для укрепления безопасности государств. Прямая речь. Для Казахстана крайне важен тот факт, что с каждым участником объединения у нас сложились поистине дружеские отношения. Президент Казахстана поддержал мирный план Китая и Бразилии по Украине. Казахстан в целом поддерживает мирный план Китая и Бразилии по Украине. Наша страна разделяет обеспокоенность государств-участников БРИКС обострением ситуации на Ближнем Востоке, что привело к огромному количеству человеческих жертв и гуманитарной катастрофе. Совместное устранение коренных причин конфликтов, таких как бедность, неравенство и недостаток образования, на наш взгляд, остаются ключевым фактором укрепления международной политической солидарности, сказал глава Республики Казахстан. Уверен, этот саммит БРИКС войдет в историю, заключил казахстанский лидер.